Хочу рассказать про блокнот для записи прочитанных книг, который называется «Букнот». Вообще купил себе для того, чтобы делать пометки в учебной литературе. Но после того, как получил по почте, сразу отложил на верхнюю полку. Просто было не до того. Через некоторое время заметил, как букнотом пользуется моя девушка. Оказалось, что она заносит туда не только прочитанные книги, но и статьи для молодых родителей. Мне страшно. Она говорит, что для сортировки и структурирования информации вообще вещь незаменимая. Себе сейчас заказал еще один, жду, а так пока больше ничего сказать не могу.